полиция. Это что-то другое. Джон, что ты делаешь? Как ты в это вляпался? Это он. Брюс Уиллис. Послушайте, мистер, не знаю, кто вы, чем занимаетесь, но вы уничтожили здание. И а как жалко. Крепкий орешек. Сегодня кино в 8 вечера на РЕН-ТВ. Идеальная фигура за 40 минут. Мирамед представляет «Биопульсар». Сенсационный метод безоперационной коррекции фигуры за одну процедуру. «Биопульсар» раз и навсегда избавит вас от жировых отложений, без боли и хирургического вмешательства. Всего за 40 минут. Этот метод 21 века позволяет заметно улучшать контуры тела в кратчайшие сроки, без рубцов и шрамов даже в самых проблемных местах. «Биопульсар» обеспечивает полное разрушение жировой ткани и формирует гладкую и подтянутую кожу. Мою фигуру могла исправить только пластическая операция. Я ее очень боялась и ждала появления эффективного безоперационного метода. Когда узнала о биопульсаре, сразу же прошла процедуру, и результат превзошел все мои ожидания. Звоните в единую справочную службу Ассоциации Мирамед, получите подробную информацию и запишитесь на бесплатный прием к врачу. Мирамед. Жизнь со знаком качества. 787-0303. Красивая грудь – мечта любой женщины и предмет воздыхания всех мужчин. Но, к сожалению, чему многих из нас природа не одарила такой красотой. Либо после родов или с возрастом наша грудь теряет форму и упругость. К счастью, современная медицина творит чудеса, не нанося при этом никакого вреда. В нашей клинике мы добились значительных успехов и уникальных результатов. Мы проводим такие операции, как увеличение или уменьшение груди, пластика соска, изменение формы, восстановление груди после удаления и многие другие. Конечно же, хирургическое вмешательство отпугивает многих. Не зря. Мы сами сделали пластику груди. Всего сутки я провела в клинике, и теперь у меня такая грудь, которую заведут многие. Позвоните в нашу клинику и запишитесь на консультацию. Не стесняйтесь и не бойтесь. Наши хирурги действительно творят чудеса. «Шестое чувство» – новая усовершенствованная версия программы. Сергей Рост – ярче. Аллилуйя, братья! Звезды – ближе. Где Ума Турман? Не группа, а тетка из Америки. Испытания сложнее. А язык мы тебя отрежем. И лишь одно осталось неизменным – наши чувства. Эй! «Шестое чувство». Новый сезон. Сегодня на РЕН-ТВ.